Приветствую всех на канале. Сегодня у нас проблема – это ремонт такого оборудования по измерению давления и пульса. Вот. И вещь незаменимая сейчас в эпоху коронавируса. Да. Сломался такой прибор, нужно его чинить. Я думаю, дело вот в кнопке. Щелкаю, оно как-то тактильно ощущается, что кнопка что-то не то. Поэтому давайте разбирать и ремонтировать данное устройство, очень важное, ценное. Вскрыло это чудо, и что мы видим? Мы видим это очень знакомые, да более знакомые систему сборки. То есть тут никаких разъемов, тут я не вижу. Как снять все это? Тут же, ну, в смысле я сниму, но так, чтобы безболезненно снимать. Все запаяно же. Вот, и ремонтировать. Тут изоляции нет на кнопке. Естественно, это, то есть даже не кнопка, это гнездо включения. Сюда подается напряжение, и по идее должно быть хорошо изолировано. Но ничего подобного мы здесь не видим. Это похоже, очень похоже на голимый Китай. И система, флюс не отмытаны тут, ну, как бы, и вот это... методом напыления сделан самый дешманский вариант, да, ну там ожидаем все такое, как бы сделанное черти что. Вот. Хотя это написано Швейцария, тут ничего не написано, что это в Китае собрано, но тут какие-то даже эти черточки, то ли кто-то ремонтировал, то ли что. Вот, ну давайте доразберем это дело, снимем плату. С этой стороны у нас дисплей жидкокристаллический, ну и пищалка обычная. Так, это потенциометр, регулятор, но ничего трогать не будем, потому что есть понятие еще калибровка, поверка. Такие средства измерения должны поверяться, калиброваться, иначе будут показывать, работать, но показывать не то, что надо. Поэтому минимальное как воздействие, но китайские... Уверен, что это китайский выключатель, который перестал работать. Мы просто его снимаем и ставим новый. Найди различия. Тут вообще никаких различий нет. То есть, получается, даже вот эта кнопка, которую я снял, она выглядит как-то неуверенно. То есть, она и как бы менее блестит и так далее. Может, со временем. А так никаких разницы. Оказывается, проблема была... Не то, что кнопка сломалась, а кнопка вообще не подходила. То есть они относили к мастеру, ну, которая оказалась только китайская. Оригинальная кнопка, вот она, такая должна быть. Вот я ее распаял из какого-то гаджета брендового, оттуда вытащил. А это, ну, Китай, и тот тоже так же рабочий, но по-китайски рабочий. А это вот тот кнопка, которая должна быть. Поэтому я ее припаяю, и все будет окей. Заодно уберем флюс, остатки ихние и наши, все вместе, с помощью спирта. Испытывать придется на себе, больше никого нету, желающих нету, дураков нету, поэтому сам себе врач. Вот, поэтому вот затягиваю на руке это дело, надо его правильно поставить, иначе измерения неправильно будут. Ну, вот, как бы, когда сам себе не очень-то хорошо это все получается. Медсестер всегда лучше получается. Вот, ну, вроде, как бы, все зафиксировал. Нажимаем кнопку. Все, пошло, поехало. Так, 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 так. Давление нарастает, нарастает, лишь бы руку не раздавил. Вот, прибор вроде маленький, на батарейках, но силы жмет капитально. Так, давайте смотреть давление. Вот какое будет. Так. Так. Ну что там? Что так долго? Так, разговаривать, кстати, нельзя во время... измерения. Но сейчас мы как бы тестовые, поэтому особо... Так, что пока... 153! Давление у меня зашкаливает. Всем желаю здоровья, долгих лет. Подписываемся на канал, будет много чего интересного. Пока!